Если бы пробовался в кино, получил бы главную роль. Но судьбой своей грабитель распорядился иначе. Залез в салон меховых изделий в центре города, упаковал 16 шуб по пакетам и, перебросив через забор пушистую добычу, перепрыгнул сам. И лицом к лицу столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов. После поступления вызова на дежурную часть отдела МВД России по городу Анапа на место происшествия был направлен наряд группы задержания внедорожной охраны, которые в течение 5 минут прибыли на вышеуказанный адрес, где благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции внедорожной охраны злоумышленник был задержан на месте происшествия. Гражданин, прибывший из Московской области, неоднократно судимый за подобное деяние, при котором были обнаружены норковые шубы в количестве 16 штук. Ущерб составил более 500 000 рублей. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158. Судьба меховых изделий тоже известна. Шубы изъяты как вещественное доказательство, проходящее по делу о совершенном преступлении.